Я случайно выключу. Да пойдем к этому, ма. А? Подожди, я снимаю видео тут. На YouTube выложу. Вот. На башмаках стоит. Ну, как всегда. Ну, дизель. Опять электрички там. Подождите, я хочу на съемку. Во, громадина. Подожди, надо заснять просто. А? Да, вот. Интересно, сколько лет этому поезду? Здрасте. Вот такой большой. Где пишут-то? Вот здесь есть надписи. А? Нету года. Тупой дизель. Масса есть, мы в Болгарии. Что хочешь? А, что хочешь смотреть? Говори на русском, мой канал русский. Там какие-то вагоны. Я не снимал. Это было когда мы сидели. Новый вагончик такой, ничем не примечательный, но вот этот примечательный. Я хочу пойти вот там, вот там, вот там на рельс. Три парный. Три у него пары. Да. Крановый. Разгрузчик. Какой-то. А вот он полноценный состав, ма. Видишь, 100 км в час. Да, пойдем. В принципе, это просто кран, который движется. Я не хочу мочить зубы. Ох. Хочу здесь мать. Так. О, и примечательный пассажир. Ай, ай. Там отдельные у них кабинки. Видишь, там заляжены вот нет. Угу. Ну, очень старый, что там заляжены? Пойдем отсюда уже. Можно. Можно. Смотри на эту. Не, ну.
Смотрите, моя рука, смотрите, красная пара. Во, просто. Моя рука такая маленькая. Сравнению. Ты большой, да? Да. Ну, это, по сути, похоже на электричку, да? В принципе, и так дизель делает. Смотри. О, это передница. Или задница. Ну, и то, и то. Это можно как передницу, можно как задницу использовать. Да. Там мы идем, там ограда. Да, смотрим. Смотрим. Все-таки смотрим. Ну, как бы поршни, ничего подобного. А, она такая. Ну, тогда наоборот давай. А, ну там же ограда, что там найдем? Я ненавижу свою маму. Зачем так оставить? Может быть, орехи найдем. Мама как бомж. Мам, ты бомж? Ну, в принципе, бомж. Вот. Вот что я говорю. Еще те орехи. Вот еще орехи. Еще. Можем выйти отсюда и пойти обратно к линии? Да мне насрать. Тут дизель только. Что мы пришли здесь? Тут там поезд едет. Вот видишь, нет электричества. А, ну там, вот там есть, да. Ты вообще не понимаешь. Ага. Да. Что? Гушер. А, слепая. Не вижу. Ну все, он бежал. Ну тут дизели только ходят, маневровые. Работу делают. Видишь, это заземление? Давайте пойдем. Ну а что мне сделать, а? Ты меня закарала в эту задницу. Я их не хотел идти. Я думала, орехи пособирали. Я не пособирала его. На монтаже отрежу. Этот момент. Я забыла, что у нас блогер. А какая разница между блогер и влогер? Я говорю... Влогер! Влогер это дебил, а блогер это нормальный. Влог это говно. Какая разница? Влогуби правишь влогуби, а если блогер. Не. А вот там, где камера. Но она куда смотрит? Ну, мы туда не пойдем. Это камера, да? Угу. Они нас видели уже. Там есть хоть что-то? Там что-то оранжевое. А я думала, открыли. Ну, это просто открытое, как... Это, ну, самые гаражи не открыты. Сейчас буду заканчивать, новое видео буду. Они все орехи пособирали.
Слышала? Соберем. Может, нам оторвать чуть-чуть с корешками, чтобы можно было.